чтоб он скорее действительно родился, не выдавними флиями воплотился. А здесь сегодня, где я жду его, я жду, чтоб он меня преобразил, чтоб расцвела, как Вифлеем, округа, и выправила, что я исказил, и стал мне за единственного друга. Скорей бы наступило Рождество, не гадя паслись библейские овечки, но чтобы воцарилось божество в моем твоем и чьем-нибудь сердечке. Скорей бы наступило Рождество, не гадя паслись библейские овечки, но чтобы воцарилось божество в моем, твоем и чьем-нибудь сердечке. Действительно родился, не выдавни Вифлеем воплотился. А здесь сегодня, где я жду его, я жду, чтоб он меня преобразил, чтоб расцвела, как Вифлеем округа, и выправила, что я исказил, и стал мне за единственного друга. Скорей бы наступило Рождество, не гоня паслись библейские овечки, но чтобы воцарилось божество в моем, твоем и чьем-нибудь сердечке. Скорей бы наступило Рождество, не гоня паслись библейские овечки, но чтобы воцарилось божество в моем, твоем и чьем-нибудь сердечке. Но чтобы воцарилось божество в моем, твоем и чьем-нибудь сердечке. Но чтобы воцарилось божество в моем, твоем и чьем-нибудь сердечке. Господи. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Юлия Славянская. Здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Такая веселая песня. Хорошо начинается передача. Рождественское настроение. Мне, знаете, мне повезло. Мне не надо никуда ходить. Ничего практически слышать не надо. Я занимаюсь своими делами, а передача мне дает возможность вот, познакомиться. Я все время, мне говорят, отец Анатолий, вам надо обязательно послушать Юлию Славянскую. Вы не смотрели ее новый клип Юлии Славянской? Сходите на концерт. Я говорю, ну мне тут то все, значит. А тут Господь так устроил, что мы вот встретились на передаче. Чему я, можно сказать, и рад с вами познакомиться. И поэтому даже передачу будет легко вести, потому что я практически о вас ничего не знаю. Ну, наверное, уже в каких-нибудь других передачах кому-нибудь уже что-нибудь рассказывали в своей жизни. Конечно, батюшка. Да? Да. А есть такие моменты, о которых никому не рассказывал? Чтобы это заинтересовало наши зрители. Такие моменты какие-то личные, кому я ничего не рассказываю, да? Но, конечно, то, что чем можно поделиться с каким-то опытом, хорошим, хорошим событием. Вот вы много ездите, много выступаете, видите много хороших людей.
Да, вы знаете, я, конечно, это очень нелегко. Много ездить и уезжать из родного дома, менять и климатические пояса, и бессонные ночи. И, да? Но Господь вот награждает, наверное, вот такими встречами. И вот как сегодня, встреча с вами для меня тоже подарок. Спасибо, Господи. Потому что... Как вы решились на такой образ жизни? Что вас движет чем? Наверное, у нас большое какое-нибудь благословение есть. Ну, благословение есть, но я думаю, что, вы знаете, как-то я понимаю, что это мое вот служение, что я его не могу оставить. Mm-hmm. Я так для себя сама решила, что, Боженька, если ты меня, конечно, куда-то направишь, я вот, конечно, преподаю, это мало часов в неделю в духовном центре, mm-hmm. потому что не могу больше время посвятить детям. И своим, и тем, которым преподаю вокал. Но если я могу вот эту сейчас частичку любви, тепла, конечно же, в первую очередь, Божьего Слова подарить людям и как-то их где-то согреть, обогреть, где-то, может быть, какую-то дать надежду с Божьей помощью, конечно, это все, то я понимаю, что это, наверное, вот в данный момент я должна это делать. Может быть, придет время, когда я это делать не смогу, и, может быть, и куда-то что вы будете делать? Что я буду делать? С детьми, наверное, будете заниматься, да? Мне кажется, знаете, конечно, я уже тоже об этом думала. Думаю, вот так вот голос пропадет, да, вот что будешь делать? Но я бы преподавала бы с удовольствием. Ну, вы говорили, что еще на гармошке научились. На гармошке. Да, вы знаете, тоже вот совершенно каким-то чудесным... И это промыслом Можно Божьим. Можно просто выступать, играя на гармошке. Можно, правда. Сочинять какие-нибудь мелодии народные. Буду по свадьбам, батюшка, да, на гармошке. Подрабатывать. Да, подрабатывать. Ну, как раз меня приглашают, а я все время отказываюсь, потому что у меня репертуар духовные песни, и как-то я всегда, честно скажу, отказываюсь. А на гармошке, да, гармошку я полюбила всем своим сердцем. Всем своим естеством. Полгода назад я побывала в селе в Самарской области, село Мусорка. И сначала выступали местные коллективы, потом шла моя часовая программа. И потом батюшка мне говорит: ты сейчас сядь и послушай, сейчас будет выступать гусляр. У нас тут очень хороший мужчина, он всегда приезжает к нам в гости. Я услышала сначала гусли, потом услышала гармошечку. Конечно, гусли я очень люблю. И я понимала, что с ними жизнь тоже когда-нибудь свяжу. Но вот когда я услышала гармошку, я поняла, что все, я хочу играть на гармошке, я хочу слышать этот звук. Я хочу быть рядом с гармошкой. И вот... У вас народная душа, да? Это да, же, наверное, это да. Это же, наверное, все-таки голос народа, да, вот гармошка, да? Да. Недаром же раньше в деревнях, в каждой деревне, в каждой деревне, в каждой семье, почти в каждом доме была гармошка. Да. Она согревала людей, гармонь, она гармонично настраивала на быт, на лад. На войне гармошки были. На войне. Да. Даже, правильно, батюшка, никогда даже вот какая-то есть минуточка паузы на войне, да, брали гармошечку, она согревала людей, всех объединяла, давала вот эту вот силу, которая вот через века, наверное, идет. Вот. Я, честно признаться, тоже очень мечтаю о гармошке. Но пока вот не могу приобрести. Батюшка, я вам помогу. Да? Да, я тоже говорю, совершенно таким вот чудесным образом. Думаю, Господи, помоги. Как-то так получилось, что и пошла в этот день на рынок. И на рынке, представляете, на рынке что продается? Разные вещи там, да. И вдруг смотрю, рядом с отделом воды в бутылках, которую продают, да, стоит женщина и продает гармошки. Я говорю, откуда здесь гармошки? Я давай быстрее пробовать эти гармошки. Там саратовская гармошечка с колокольчиками. Да. Думаю, все, я когда-нибудь буду и на этой гармошке играть. Но, правда, там всего два аккорда. В общем, достаточно быстро эта гармошечка у меня появилась. Я сначала думала ее заказать на заводе, но потом вот позвонила Георгию, который играл на гармошке, и говорю, я нашла свою ми-минорную тональность именно для моего голоса, я ее закажу, как раз поеду на концерт в Курскую область, и по пути я заеду. А мне говорит Георгий, да что ты, разве можно так гармошку, не слыша ее, покупать? А я ему говорю, как же я ее услышу, если я ее на заказ сделаю, тональность? Брось это все,
Господь тебе пошлет гармошку. Я, конечно, очень расстроилась, потому что хотела к Новому году, к Рождеству уже начинать все это осваивать, уже быть с гармошкой. И еду с Курска, с Курской губернии, с концерта. Звонит мне Георгий, говорит, я нашел у тебя гармошечку в твоей тональности, в Муроме. Да, и достаточно быстро. Ну, говорит, ее немножко надо подреставрировать. И достаточно быстро она ко мне пришла. Ну, давайте сейчас песню споем и продолжим. Это очень интересно. Вот все, что про гармошку, вот, я могу часами слушать. Я могу часами говорить, батюшка. Ну ладно. Какая там следующая песня у нас? Я исполню песню на стихи Ирины Самариной «Я пришла за счастьем». Я пришла за счастьем, вот мои ладошки, боженька, ну жалься, поделись немножко. Людям очень важно с мыслью просыпаться. Что жива надежда, что нельзя сдаваться. Людям очень важно с мыслью просыпаться. Что жива надежда, что нельзя сдаваться. Очередь за счастьем у тебя толпится, но намного больше тех, кто побоится к очереди этой присоединиться. Только им ведь тоже счастье пригодится. Раздам прохожим счастье по крупинкам, близким и не очень, рыжим и блондинкам, бедным и богатым, слесарям, поэтам. Недостойных счастья в мире просто нету, бедным и богатым, слесарям, поэтам. Недостойных счастья в мире просто нету. Ведь когда улыбки добрые встречаешь, о своих проблемах сразу забываешь. А когда душою кто-то согревает, это значит счастье все-таки бывает. А когда душою кто-то согревает, это значит счастье все-таки бывает. Нужно оглянуться, нужно присмотреться. Может, в чьем-то сердце к счастью скрыта дверца. Только вы не бойтесь в эту дверь стучаться. Пред любовью лучше не сопротивляться. Толпились люди, занимали место. Кто-то хочет денег, кто-то стать невестой. Для кого-то счастье сплетнями делиться. Очередь большая, все мелькают лица. Я пришла за счастьем, вот мои ладошки. Вижу пусто птицы, доклевали крошки. С улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близким — это счастье тоже. Но с улыбкой мудрой мне ответил Боже, что улыбка близких — это счастье тоже. Спасибо, Господи. Я вот перед передачей с вашим отцом разговаривал, Николаем Васильевичем, он говорит, что я не знаю, откуда это, вот это все взялось. И музыкальный талант дочки, и вот такая вера. И, ну, мы же родились в таком обществе. Вот. Как вы себя ощутили, вот, что вы можете вот всем этим заниматься? Что, вы же сказали, что ощущаете свою деятельность как служение. Как вы вот к этому пришли? Меня очень интересует.
Батюшка, мне вот часто задают этот вопрос, да, да вот однозначно не скажешь, не ответишь. Крестили меня достаточно поздно, в 10, около 10 лет мне было. Но я тогда запомнила, нас крестили в Солнцевском районе, это Курская область. Я запомнила, что мы с сестрой, когда нас крестили, потеряли сознание. И батюшка, отец покойный Феодосий, Царство ему небесное, он сказал, что вот видите, вы в храм не ходите, поэтому с вами такое происходит. Для меня тогда это действительно было очень так знаково. Я не могла понять. Я вообще очень такая была крепкая в детстве. Меня не укачивало. Сестру укачивало, да? А я была более покрепче. Я понимала, что это, ну, это вот не случайность. Это вот такое, как маленькое такое... Такая искорка для меня, знамение маленькое. Благодати, да? Потеряли сознание. Не могли вынести благодати Божией. Да, да, да. Вот после этого я начала ходить в храм. Самая родом из Сергиева Посада, и, может быть, то, что рядышком покоится мощи преподобного Сергия Радонежского, ну, великого нашего святого, наверное, тоже это оказало, наверное, на меня тоже влияние. У вас образование, что, артистическое образование какое-то есть, музыкальное? Музыкальное, да, я закончила училище по музыкальному, класс у меня дирижерский хоровой. А дальше уже у меня актерское образование. Я закончила, это бывший ГИТИС, Российская академия театрального искусства, факультет эстрадное мастерство. Я тоже туда должен был поступать. Я в Твери закончил музыкальное училище. Хотел в ГИТИС поступать, но у меня приехал в Петербург и увлекся рок-музыкой. У меня по-другому судьба сложилась, как музыкальная. Ну, а потом в итоге меня к Богу привело все это. Музыка меня привела к Богу. Вот. Ну и сейчас я продолжаю. Я вообще люблю людей, уважаю людей, которые вот все равно своим делом занимаются. Если сапожник, то он всю жизнь с детства и вот до самой пенсии, до старости точает свои сапоги. Вот. А сейчас очень много людей прыгают туда-сюда. Надо вот держаться за свое ремесло. Это же тоже, по большому счету, и ремесло тоже. Это же труд... Надо работать, искать, сколько мучений. Я думаю, что вы испытываете много всяких потрясений, неудобств. Это же никто не знает, как у вас все происходит. Вы вышли Юлия Славянская, такая красивая, все играет на гитаре, все там, полный зал. А вот как это все... Вы нашли свой образ, да, как получается? Да? Батюшка, вы знаете, вот тоже благодаря добрым, хорошим людям, которые попадаются... Вот так, кто на выставке подойдет? Вот, например, вот этот вот мой образ, да, мне очень помогла Татьяна Николаевна Лазарь. Много лет назад она подошла ко мне на выставке, сказала, что мы сделали на песню «Пробудись, душа» композицию с девочками танцевальную. Я, говорит, им шила костюмы. И вы знаете, говорит, ваш образ мне приснился во сне. Вот как вот я сейчас выгляжу, да, это, кстати, тоже ее костюмы, она мне шьет. И вот первый самый хотел костюм... Хотел спросить, кстати, да, где одеваюсь. Да, первая вот эта вот ленточка, это вот она увидела во сне. Еще вот у меня раньше косички здесь были, я уже сегодня их не заплетала. Вот благодаря людям... А в Петербурге вы часто бываете вот так, как вам? Где вас можно услышать? Регулярно, да? Как тут, как у вас складываются ваши вообще поездки? Батюшка, не поверите. Да. У меня так получилось, что в Сибири я уже была в некоторых городах, например, Сургут, Нижневартовск. Вот в Сургуте уже там 4 раза была, да? То есть я уже сейчас еду, мне надо полностью новую программу делать. А в Москве и вот в Санкт-Петербурге у меня была, конечно же, большая мечта выступить в этих городах. И вот буквально вот 2 года я стала выступать в Москве, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге я бываю 2 раза в год. Как правило, на Пасху. А где ваша Пасху. География? Вы на восток вы ездите, на дальний? Вы знаете, вот я была... Там очень много востребованность большая. Вот. Ага.
На Восток очень хочется, конечно, и я надеюсь, что я обязательно доберусь. У меня больше, конечно, наше Золотое кольцо России, да? То есть мои любимые города — это Ярославль, да, вот эти вот все. Коломну очень люблю, очень там мне понравилось. То есть у вас есть любимые города, и публика вас знает там, да, и вас ждут, да? Вы знаете, потихонечку. Тоже вот начинала, почему-то думают, что я везде собираю огромные там залы, там, да, хотя бывает все везде по-разному. Но я рада, что есть вот тот зритель, который тебя ждет. Такое ощущение, что вы сегодня поете для меня. Хотя нас смотрят, может быть, сейчас 1 000 000 зрителей в данный момент. По всем спутникам, может, телеканал «Союз», он по всему миру вещает свой эфир. Спойте еще что-нибудь. Батюшка, можно я спою песню? Она называется «Письмо украинского солдата». Эту песню я исполняла, я дважды побывала в Донецке, первый раз благотворительным концертом, это сентябрь этого года, а второй раз через месяц поехала уже как волонтер. Мы собрали денежные средства на концерте и уже поехали по семьям помогать. И вот эту песню я пела для ополченцев и для ребят, которые находятся, для жителей, которые в подвалах находятся, и также в детском доме, где сироты. И они, это взрослые песни, но меня поразило, что детки слушали. Я так понял, что вам хочется просто ее спеть, потому что у вас душа болит. Да. Болит. Пожалуйста. Я в плену, но ты не плачь. Заштопали теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мама? Я бил по городу из града, и пол больницы просто в хлам. Но он меня лечил, так надо. Господи, помилуй. Господи, прости меня. Мама, я чудовище, прости. В потоках лжи мы заблудились. Всю жизнь мне этот крест нести. Теперь глаза мои открылись. Нас провезли по тем местам, куда снаряды угодили, а мы не верили глазам, что мы с Донбассом натворили. Господи, помилуй. Господи, прости меня. Здесь каждый Киев проклинает. Отец белее, чем полотно, ребенка мертвого качает. Мать, я чудовище, палач. И нет здесь мама террористов. Здесь только стон людской и плач, а мы для них страшнее фашистов. Господи, послали на убой. Не жалко было нас комбату. Мне ополченец крикнул: стой, ложись, сопляк, и дальше матом. Он не хотел в меня стрелять. Он человек, а я убийца. Из боя выни, слышишь, мать, меня Донбасса кровопийцу. Господи, помилуй. Господи,
прости меня. Мам, я в плену, но ты не плачь. За что были теперь как новые? Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Он выполнял врачебный долг, а я же от стыда сгорая впервые сам подумать смог, кому нужна война такая. Господи, прости меня, Господи, помилуй, Господи, прости меня, Господи, помилуй, Господи, прости меня. Да, такая грустная нотка в наше рождественское настроение. Но это же жизнь. Вот, и, конечно, печально. Но... Батюшка, ну слава Богу, что у нас такой народ замечательный, отзывчивый, добрый. И что... Брата всегда поддержит. Да, все-таки мы будем надежда молиться, на Бога, чтобы и... Господь все это вот разрешил. Это нам надо пройти, перенести, чтобы мы опомнились, вспомнили. Вот, чтобы мы научились вместе молиться. Да. Угу. Ну, как всегда, передача подходит к концу. Не успеваешь ничего, а уже раз и заканчивается. Но еще есть еще одна передача, которая через неделю прозвучит. Так что я очень рад, что, значит, мы встретились наконец-то. Взаимно, батюшка. Вот, может быть, Господь так благоволит, как-то еще будем общаться, встречаться, где-то пересекаться. Не знаю, как там, какая будет наша На гармошке судьба. Будем играть, да? На гармошке, батюшка? Да. Я могу на балалайке, а вы на гармошке. Хорошо. И будем дуэтом. И просто молчать будем уже. Потому что уже все сказали, да. А что добавишь? Все уже сказано, на самом деле. То, что хочется еще что-то добавить, да, от себя. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С вами был я, священник Анатолий Першин и Юлия Славянская. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания.